Здравствуйте, все дорогие друзья, с вами Герман, это 9-я серия по реальной рыбалке, вас всех рад приветствовать, всем здрасте, здрасте. Как же это приятно вернуться все-таки в реальную рыбалку и вернуться не, знаете как, не на пустое место, а с восстановленным полностью аккаунтом и полностью возвратом всех средств, которые были вложены. Это must have, скажу вам сразу. И хочу поблагодарить разработчиков данной игры, потому что они просто умнички, они красавчики, они молодцы. Огромное вам спасибо, если будете смотреть этот видос, то просто спасибо огромное вам за все. Они что сделали? Я переустановил себе винду и, естественно, как дурак, удалил все сохранки, все у меня слетело. Они не просто мне все вернули, но еще и даже, то есть, вернули мне лицензию игры, то есть, они вернули полностью все сполна мне. Я очень благодарен этим разработчикам, этим людям, которые мне действительно помогли. Они относятся к своим игрокам очень, так сказать, щепетильно. Они общаются с каждым своим игроком. В комментариях можете посмотреть под каждым комментарием ответ разработчиков. Просто молодцы, умнички. Я очень горд, что все-таки я играю в этот проект и советую этот проект людям, потому что самое главное, что люди потом будут говорить, правильно? А люди будут говорить, что действительно очень крутая игра, она очень качественная. Итак, по советам некоторых людей, я все-таки стараюсь поймать арапайму. Да, или арапрайму, как это там правильно. Наживца, глубина 150, вылавливаю вот здесь ее. И также ловлю канального сомика. Теперь давайте по поводу того, сколько вернули. Я очень много, то есть, играл турниров. Не прям что очень много, но достаточно много. Сейчас я, естественно, играю онлайн. Все это я сейчас подключился. Все, мы теперь с вами полностью играем онлайн. И в чем прикол? То есть, мне покрыли полностью все мои расходы по снастям, по всем катушкам, все, которые я повыиграл в турнирах. Потому что я уже даже, блин, были мысли бросить нафиг игрушку из-за такого, но вернули, правда, все. Поэтому спасибо вам огромное, ребята, разработчики игры. Далее, то есть, этот проект снимается и выходят серии только благодаря вам. То есть, у меня, возможно, бы не хватило терпения дальше бы докачаться до этого уровня и, то есть, собрать снасти. Поэтому всем вам огромное спасибо. Ну, а видеозрители, теперь мы с вами сможем дальше играть и наслаждаться действительно хорошей игрой. Вернули мне по деньгам 3,5 миллиона денег. Это за все. За все снасти, за все, за все, за все. И плюс я себе купил. Вот, то есть, я себе купил. Вот сейчас я так заряжен. У меня одна удочка на 250. Одна удочка на 400 у меня и один спиннинг у меня на 100 килограмм. И плюс еще у меня там миллион с копейками там у меня осталось, а по деньгам. Понятное дело, что как бы не сказать, что огромные деньги, прям такие, но я, да, ну как бы знаете, некоторые скажут, ой, да ну, да ты мог заработать, да чё ты там, ну как бы, да, возможно, я мог, но я действительно вложил кучу денег, кучу труда своего, и поэтому очень рад, что все вернули. Поэтому огромное спасибо. Вау, арапайма, ребята, 56 килограмм. Просто must have. Вот это вот чуть-чуть опыт у меня проскакивает, конечно. Так, а что у нас по арапайме? Нифига себе, тут очень интересные какие людишки. 34 опыта, 56 килограмм. Интересно, сколько за нее дадут по цене? Люди общаются вообще, то есть крутяк. Крутяк, крутяк. Поэтому у кого лицензия, у кого что, заходите. Тоже пообщаемся с вами. Сейчас напишем. Так. Во. Теперь те люди попадут у меня в видосик. Немножечко. Совсем чуть-чуть. Ну, не так попали. Я их и так снимаю. Так, а чё у меня? Гляньте, залагало. Странно. Никогда такого не было. А, это я. Ай, блин. Надо, короче, ладно, это я. Я туплю, сори.
я туплю. Я не на ту удочку нажал, и потом думаю, почему у меня не тянется. Также, то есть, продолжаем ловить канального сомика. Сейчас данная цель вообще в этой игре... О, приветик первый написал. Добиться разряда, чтобы открыть озеро у деревни, если я не ошибаюсь, то... Потом пойдет полегче, как уже написали в комментариях. То есть будет все легче и будет все проще. Надеюсь, что так оно и будет, а пока что ловим здесь. В принципе, вот та снасть на 400 килограмм у нас есть на сама. Почему, кстати, вот вы, многие, наверное, задутся вопросом, почему вернули так много денег? Много денег вернули, потому что я выиграл турниры, где у меня были катушки, очень дорогие катушки. Снастей у меня не было, но были дорогие катушки. Толстолобика, рыбхоз. Сори, ребятки, не знаю, на что толстолоба ловить. Правда, не знаю, поэтому играть не буду турнир. Кстати, насчет онлайновских турниров. Кто в курсе, напишите в комментах по поводу туриков, надо ли какие-то взносы делать. Если надо делать какие-то взносы, то это, конечно, вообще не очень хорошо. Мне такое не нравится. Но призы, да. Призы, согласен. Призы очень крутые иногда бывают. Сегодня вот я смотрел. То есть, гляньте, к примеру. Так. Ну, это понятно. А, это не толстолоб, а толстолоб. То есть, удильщик. Ну, то есть, да, вот удочка хотя бы на вот. На вот это можно не смотреть. Это как бы хрень, вот серьезно. А вот это вот крутяк на самом деле. Вот снасти, это всегда круто. Поэтому, кстати, мы можем создать турнир на канального сомика, я думаю. Давайте создадим. Вот минимальное количество 4, время начала 10 минут. Там 20 минут давайте. Рыба ушла, вот блин. Так, ледяное озеро. Так, локация. Давайте, естественно, локация рыбхоз. Рыба. Канальный сомик. Попробуем просто, типа дилища любой. Так, наверное, он сам. Вы уверены, что хотите создать? Да. Тудун, все, мы создали турнир. А, тут игра сама. 6 бронзовых ключей. Лесочка лидер, ихтиандр, деньги, опыт. Вообще красота. Красота, красота, вы уже записаны, ну правильно, я же создатель турнира. Блин, походу ушла Арапайма, да, это фигово. Так, будем сейчас ловить, посмотрим, конечно, обидно, может быть там была действительно Арапайма, мы ее упустили. Арапайма неплохо дает опыта, еще бы, конечно, по деньгам посмотреть, сколько она стоит. Но рыба, конечно, она очень интересная, мне понравилась. Кстати, я что-то не глянул, этот, условия. Необходимо наибольшее количество рыб, вида канальный сомик. Ага. Только тут надо прям заходить сюда. Кибас. Кибас у нас на первом месте. Да? Нифига себе. Кибасяра какой у нас крутой. Давайте, надо будет его перелавливать. Нефиг филонить. Я думаю, эта серия будет длинненькая с этим турниром. Ну, может быть, я, короче, немножечко там на паузу поставлю. Ну, то есть, как бы сильно тоже серию удлинять не хочется. Не хочется, но... Как бы... Если... Прям так... Длинная сильно тоже не хочется выкладывать. Потому что навряд ли кто-то будет ее смотреть до конца. Также в середине серии об этом говорю, но скажу потом еще и в конце. Все, кто хотят помочь развитию канала, ссылка внизу под видео. Кто сколько может, можете кинуть монеточку. И плюс еще обязательно делайте репостик, ставьте лайк. И... Это мне очень поможет к заядлый рыбак 1. Нормально. О! Достижение, но это мне Акджиш восстановили. А, нет, это, наверное, из-за разряда еще плюс. 12 разряд. Еще 2 разряда надо набомбить, и тогда будет вообще нормально. Вот, вот. Поэтому делитесь видео с друзьями обязательно, если вам оно понравилось, чтобы больше было просмотров. А также у меня цель набрать к первому дню лета 6000 подписчиков.
Кто желает помочь, репостите, лайкайте, пишите комментарии. И всем буду благодарен, всем скажу огромное спасибо. Все-таки, если мы наберем с вами 6 тысяч подписчиков к первому дню лета, я думаю, организуем какой-нибудь небольшой конкурсик и что-нибудь разыграем. Что-нибудь разыграем. Вот так вот. Так, что-то усач, да? Что-то канальный сомик не клюет. Хотя в дождь. Так, в турнире маска по рыбе карп. Ни хрена себе, какая, какой вес. Серьезно. Так, а у нас тем временем клюет арапайма. Вот это тоже у нас интересная вещь. Ты дынь. Не, это мелочевка какая-то клюнула. Золотая орфа. Не догнали, парни, интересный тур. Ну да, если такие веса, то, конечно, вообще жесть. Тур действительно интересный. А что интересно у меня по канальному сомику? Я нахожусь... Так. Я в самом низу нахожусь, не пойму. Необходимо наибольшее количество рыб, да? А, это разряд у меня. Или это не разряд? 11. У меня 11. Я уже, короче, про... Ё-моё. Я просрал. Всем добрый вечер и удачи. Ой, ребята общаются, заходят на локацию. Вообще прям чётенько, интересно все. С 8 марта. Да, нормально. Нормально, но я походу турик просрал. С ботами, конечно, полегче играть, согласен. Люди играют четко. Ну просто я еще ж отвлекаюсь. То там посмотрю, естественно. Так, так, поклевочка здесь, поклевочка там. Так, побамс. Не, тут у нас опять мелочь клюет. Не радует это меня, конечно. Хотелось бы что-то крупненького. Арапаймочку бы, конечно, хотелось поймать. Привет, детка. Ё-моё, уже подкатывает, подкатывает. Лавеласы. Лавеласы, лавеласы. Что-то, да, перестал канальный сомик идти. Не хотит говнюк. Ну, что-то первая удочка как-то... Клок. Все. Ну, здесь как будто рыбы нет, и все. И просто поклевки перестали идти. Я вам не детка. Нормально. Текс. Текс, текс, текс. Давайте, я хотел посмотреть. А мы отсюда никак не посмотрим, да? Только в трофеи, если заходить, можно посмотреть. Хотел посмотреть, какого она максимального веса. Там 70 килограмм или сколько там в ней. Еще можно попробовать потаскать самов. Самы тоже есть жесткие. Так, сорки, мобилка. Жесткие сомики на веса такие огромные. Но, о, наконец-таки, толстолоб. И первая удочка, лишь бы арапайма. Там вообще у нас осечка. Там у нас ничего. Ничего и никого. Так. Пипец, вот переписочки жаркие на рыбхозе пошли. Ну, вообще, я же говорю, ловеласы, ловеласы. Ладно, давайте я пока встану на паузу. Когда ловлю, мы уже с вами продолжим. Ребят, ребят, клюнула арапайма. Вот это арапайма по-любому. Поэтому возобновились. Сейчас. Так, вес. Так. По одним данным, по другим 200 килограмм, да? Понятно. Арапайма. 72 килограмма.
Очень-очень хороший результат, экземпляр, я считаю. Опыта навалило 43, хотя за толстолоба, гляньте, сколько за толстолоба опыта дает. Ни хрена себе, на толстолобе можно так неплохо раскачаться, по сути дела. Что мы, в принципе, может быть, потом и будем делать. Или, может быть, пойдем на само. Давайте в следующем, предлагайте идеи, как бы, на следующее видео. Есть вот одна удочка на 400 кг. И есть полтора, ну, 1 200 000, куда потратить. Давайте, если будут хорошие предложения по поводу там постройки дома или еще чего-то, но только грамотные предложения, не какую-нибудь там хрень, то обязательно потратим куда-нибудь и в нужное русло. Я вот думал по поводу дома, но как бы я почему-то считаю, что это нецелесообразное использование денежных средств. Я хотел на Рыбхозе купить за 300 тысяч дом, но как-то так подумал, подумал, думаю, ну что-то это как-то чересчур, мне кажется. Ох, ребята, вот это зачет! Вот это зачет. Вы же знаете, да, что этот спиннинг, он нормальный. Но гляньте, какая рыба. Арапайма. Не понял. 146, просто быстро закрыл. Охренеть. 87 опыта дали. Круто. Запоминайте местечко, вот куда закидываю, кто будет ловить. Может быть, это, конечно, и не принципиально, куда кидаешь, но почему-то мне кажется, что вот туда вот, гляньте, как прям и начало клевать. А я помню, кто-то в комментах писал на форуме, что эта рыба очень привередливая, и она очень плохо клюет. Может быть, это, конечно, ошибка какая-то. Или у меня сейчас давление тут вот совпадает, да, тут со всем этим. То есть облачность, давление, температура. И поэтому клюет она так неплохо. Может быть из-за этого. Может быть данные старые. Я просто данные не смотрел какие. Так, ну что ж, поэтому я же говорю, дорогие друзья, в комментах есть одна снасть нормальная, хорошая по, как вы понимаете, весу слома, так скажем. То есть по крепости. И можно попробовать что-то половить посерьезней. Посерьезнее, думаю, естественно, понимаете, да, там самов или еще чего-то 400 килограмм. Если есть какие-то предложения, обязательно пишите. Все это рассмотрим. И 1 200 000 куда потратить, на что будет лучше, как вы считаете. То есть ваши предложения я все обязательно рассмотрю. Ну, а пока пауза. Итак, ребятки, последняя секунда турнирчика уже у нас тут назревает. Что-то мне кажется, что победа у меня давным-давно ушла. Никакого места мне не будет. Сейчас мы это проверим. Давайте смотреть, что получается. Только стартовал? Серьезно? Я столько играю, только старт. А я ждал. Офигеть. Офигеть. Ну ладно, ребята, ладно. Тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я не думал, что это, что вот именно вот так. Ладно, спасибо вам огромное. Все, давайте в следующей серии, тогда непосредственно будем с вами ловить уже в турнире и посмотрим, какое будет у нас место. Давайте, до скорых встреч, пока-пока.